Сегодня в меню гаспачо. Ведь лето не за горами, а на окрошке и мороженом долго не протянешь. Изначально гаспачо был совсем другим. Это блюдо считалось едой испанских бедняков. Его готовили всего из 4 ингредиентов – воды, хлебных крошек, чеснока и оливкового масла. А вот знакомый вариант появился только в 19 веке, когда хлеб заменили на овощи. Приятного аппетита!